возможен затор в левой полосе. БМВ, Димон? Да. Я не того это. Справа его не купил. Датчик, по датчику передавления у него ошибка была, поэтому она плохо. И насос у него почему-то пизда. Димон, там у тебя есть на шее что-то. Оу, завел. Ну что там, чем у вас кончилась сейчас движуха с БМВ? Дай. Ага. Угу. Это, скорее всего, форсунку сливает. Сам регулятор на рампе пиздеть. Сам регулятор давления на рампе может сливать еще все. Да? Понял, что ладно. Я ему что звоню, а трубки не берет. Он что, походу обиду запоел. Он мне что звонил, у меня там некогда.
значит, не на этом телефоне. Следишь, слежу я за дорогой или нет? Да. Я еще впереди камеры, ограничение 60. Ладно, короче, как мы сделаем, наверное, на обратном пути, если что, прыгнешь за руль машины, да. А я буду копаться в этой... Я так тебе и хотел сказать, если там искать. Как ты знаешь, давай, я по рулю, а ты полазь. Пока. Блин, вчера умудрился до 5,2 скинуть. Один ехал, да? Нет, с женой. Ну, багажник был. А я что-то думал, ты что, там что-то в кражах, чтобы сегодня обратно. Нет. Я туда-обратно вчера. Платили достойно. Да, платили уже нормально. Если вот так вот соточку прикуривать, ну не соточку, а 25, да? Туда-обратно, туда-обратно. Можно каждый день мотаться. 4 дня поработал, сотка. Смотри, я пока нашел информацию, что я успел найти. Якобы Сашкины вложены 440. Сейчас 600, сразу минус 440. Ну и минус сколько там, 25, да? 30. 440 вряд ли. Это может общих 440. Не, общих там что-то 470, где-то так. Потому что мы с Коляном уже 40 давали еще. Значит, больше, значит, там где-то 480, 490 вложено. Может, Субавика заложили, Андрюша, 40. А какая у тебя информация есть? Да, блять, у меня была полная информация. Телефон-то новый. Ну да, что ты успел повспоминать? Я ничего не вспомнил. Я зашел в заметках, у меня там, блядь, нихуя нет. У меня две папки было. А почему-то... Ну, это... Вот только это есть. Это последнее. Вот, Mazda 5, покупки, расходы, Mazda 5. Да, две папки, все. Значит, гоню. Вот то, что ты успел. 435 500 Сашка вложил, 34 вы, всего заход 469. Мойка, вот такая вот фигня. Но она нам не 469, она нам потом больше встала. Почему-то я понял, что мы сами с собой открыть. Хуй
каша в голове, реально. Да. Реально каша. Поэтому надо все записывать, все ходы. Сами стойки более-менее живые, ее не раскачивает ничего, решила держать. Опоры стучат на ямках белки. Возможно, сам стабилизатор и просто стойки стабилизатора, их надо посмотреть. Вот. А по ситуации по поршням, короче, есть поршня, ютубе тип там, короче, говорит. Есть поршня, короче, что-то 30 копейками стоит комплект. Китайские ходят порядка сотки. Нормальные типа, качества. Вот. И закладка под головку. Вообще дело. Кольца не надо менять. Кольца остаются старые. Все. Ну а ты думаешь, это в поршнях дело? В этом, в клапанах дело? Поршнях. Стучат юбками по кольцам. Погоди, ты сейчас 3,5 это за поршня или за комплект поршней? А, мне что-то про клапана послышалось. Плюс комплект, это не комплект, а прокладка ГБЦ. Впереди город. Вот тебе все. Нужно... Было бы, конечно, с местом, для свою машину мы могли бы пройти на улице, наверное, с вытащить поток. У нас, блядь, нет места. Как нет? Вон, у нас два гаража. Скажи, что мы уехали в этот. Хочу тебе говорить, он умный такой. Потом он еще позвонит, позвали туда, сейчас на даче будет. Ты уже сам позвонил, не он, был, а именно момент, когда сам перезвонил. Что, СИЗО какое-то, да, наверное, здесь, да? А здесь ли? Мне кажется, навряд ли. Мне кажется, просто так назвали. Мазда крутая, блядь.
все, деньги, да, получим, будем ехать. Надо позвонить, будет Хохловку, это все, футбол, вы все свои тачки продали. У нас не осталось ничего. Ох, его, блядь, отдайте, что там нет, и Камри, сказал, отдали, блядь, Форд синий отдали, и вот сейчас едем с бабками, забрали за белую Мазду, блядь. И вот, во вторник уходит синяя Мазда. А? И во вторник синяя Мазда. Во вторник синяя отдаем, уже все туда потерял. Вот его просто растрясет, блядь. Не представляешь, что это. Получение 60.
сколько знак был? 90. Относительно недавно сообщал и забыл.
значение 90. Может, знает эти, где камеры все. Впереди камера, ограничение 90. Впереди камера на 50, хотя 90, да.
такое, как сказать, время, проведенное на рыбалке, Бог не, не засчитывает в счет жизни. Понял, как? Сестра. Давай за вами встречаемся, давай. Да? Впереди камера. Ограничение 60. Ты мне скинул, я же смотрел. Что вообще? Я посмотрел. Давай, я подумаю, да? Давай, я послушаю. Пора давай. Thank you.
же уже об этом несколько раз говорил. Давай займемся, что у нас дело. Сейчас приедем, сделаем. В Москву или в Тверь? Пока ждать будем. А что там, мне кажется, уже все готово. Yeah.
собственного сна, и никто его не осудит, так как он прошел через ад. Это и есть истинное добивание в партере. Когда главная цель именно добить, приучительно не просто повариться и выиграть решение. Вернемся к другому всему поединок с неким Бобом Гиммонсом. Джеймс уверен в своем сне, уверен в бодрах и неумолимой утром, не потерпевшим власти в клетке. Обратите внимание, как сколько всего вкусов вкладывается в каждый удар. Такие попадания способны потрясти даже через Знаешь, чем он дает? Смотрел на скорость 80, но не оборота 1500 дает. Коробкой. Коробка? Умирает? Нет, за счет коробки он такой экономичный. Мазда, блядь, скорость сотка, блядь, у него 3200 оборотов. А у этого, блядь, сотка, у него... Но это не означает, что там коробка что-то умирает? Нет, это говорит о том, что, блядь, молодцы, они нормально коробку поставили. Мотор тянет, мощности хватает, да? Да. Плавненько едет, едет, оборот там, блядь, 1700, а у него, блядь, скорость 80. Коробка здесь нормально работает вообще. Дергается не коробка, а потом дергается. Так вот, почему он ошибку в пропуске зажигания не ловит, это меня удивляет. Есть 20-й Мерседес 5-литровый. По городу живет пиздец. А за городом нет. 16-17 там, да? А по трассе едешь у него тоже, блядь, скорость 120, а обороты 2000. Тоже нихуя. 8-10 литров он живет на сон. Ну вот здесь вот до 6 пока только скинул. Ограничение 90.
у нас пробегом 250 тысяч. Занимаешься, смотрю, как деревья растут, все суетишься. Впереди город, ограничение 60. Сколько ехать осталось? Сколько есть, впереди все проедем. 68 километров 1 час. Проехали мы. Прям как чуйка, да, у тебя была, что надо ехать? Прям вообще вовремя, да? То есть, когда он позвонил, мы уже были в пути. Да, мы уже, по-моему, МКАД проехали, да? Где-то Химки проезжали, или проехали Химки даже. Мы не то, что собирались там только выезжать, а мы уже ехали. Ну, я просто подумал, что какая разница, мы все равно, либо, ну, да, это логично было. Я просто ехал уже с целью, все, закрыть этот вопрос. Или деньги, или машина, все. Да и то еще даже непонятно сейчас, может машину заберем. Может, я приеду, скажу, это не, я 650, не меньше. Бля, ну так возле дороги, ебать, домики, да, вот они стоят. Я бы не смог постоянно в таком месте жить. День и ночь будет все. Впереди камера. Ограничение 60. Все спасское. Пост ДПС. Ограничение 60.